Привет, друзья! С вами, как всегда, Олег. И в этом видео расскажу и покажу 18 полезных товаров, которые стоит заказать себе или вашему знакомому. После просмотра не забывайте оценивать видео лайком и оставлять свои комментарии. Самые активные обязательно попадут в выпуск. А те, кто поучаствует в конкурсе, получат шанс выиграть приз. Ну а теперь перейдем к самим товарам. Часто мы видим объявление, что потерялся котик или собачка. Так вот, чтобы такого не происходило, обязательно приобретите для своего питомца GPS-трекер, который будет отслеживать местонахождение вашего друга. В трекер с ошейником вставляется сим-карта, который будет передавать данные на ваш мобильный телефон через приложение. Заряд держится около 5 дней. Трекер водонепроницаемый, поэтому вы можете постоянно держать его на своем питомце. Стоимость на AliExpress $35. Очень крутая штука, которая порадует и взрослого, и ребенка. На магнитную подставку для левитации предметов можно ставить различные предметы до 200 грамм, и они будут парить в воздухе. Вы можете поставить стакан, камеру, свечу, игрушку и многое другое. Мало того, что эта подставка хорошо украсит интерьер, так это еще и хороший подарок для друзей или детей. Стоимость на AliExpress $75. Ультратонкий внешний аккумулятор, сделанный в форме кредитки, вам уж точно не помешает. Его толщина всего 6,5 мм, так что он легко поместится в портмоне или бумажник, а в случае экстренной ситуации позволит вам оставаться на связи. Powerbank карт есть разные емкости, в том числе на 5600 мАч и весит всего 80 грамм. В общем, положил и забыл. Стоимость на AliExpress всего $5. Еще одно новшество китайских производителей – умная лампочка, управляемая со смартфона на Android или iOS. Можно не только включать-выключать свет, но и регулировать яркость и даже менять ее цвет до 16 миллионов различных цветов. Имея несколько таких Bluetooth лампочек, можно создать из них группу и управлять несколькими лампочками одновременно. Можно запрограммировать время автоматического выключения и включения лампы, а функция светомузыки позволяет мерцать лампочки в такт музыке, играющей на вашем смартфоне. Стоимость на AliExpress $10. Если вам хочется так же удобно работать или играть за своим планшетом, как и за компьютером, то такая клавиатура именно для вас. Ей обычно удобно пользоваться, ведь она компактная и беспроводная, а если у вас нет планшета, к ней можно подсоединить даже ваш смартфон и печатать так же быстро, как и на ноутбуке. Стоимость на AliExpress $8. Друзья, а вы любите слушать музыку? Если да, то я могу вам посоветовать вот такие Bluetooth наушники с дисплеем, в которых вы сможете не только слушать музыку, но и отвечать на звонки, не отвлекаясь на телефон. Отзывы на наушники хорошие. Пишут, что заряд держит до 5 часов непрерывной работы, и они действительно качественные. Стоимость на AliExpress $16.50. Все ссылочки будут в описании. Если вы ищете оригинальный подарок другу, который бы ему никто точно не подарил, то этот ночник – то, что нужно. Он не только будет освещать комнату, но и не на шутку может напугать незнающего человека. Ведь выглядит он почти как одно из изобретений Николы Тесла. Короче, для тех, кто любит что-то веселенькое. Стоимость на AliExpress – $19. А этот гаджет я хотел себе уже давно. Беспроводной принтер для телефона, работающий через Wi-Fi. Печатай фото, картинки, текст прямо с телефона. И не надо возиться с громоздким принтером, ведь этот печатает так же хорошо, прост в использовании и мало весит. Стоимость $20. Эта щетка для мытья посуды сделана для совсем ленивых, но она действительно очень удобная. Заливаете моющее средство в емкость и с легкостью очищаете поверхность посуды. И стоит она чуть меньше доллара. Это устройство для любителей попить чай в машине во время путешествия или просто когда вы стоите в пробке. Производители придумали очень удобный электрочайник, воду в котором можно вскипятить прямо в машине. Воды хватает на 2 чашки чая и требуется всего лишь 20 минут, чтобы вода закипела. По-моему, идеальный вариант для людей, имеющих машину. Цена от 5 до $16, в зависимости от модели. Очки виртуальной реальности на сегодняшний день стали доступны абсолютно каждому, благодаря двум сотрудникам Google, которым в 2013 году пришла в голову идея сделать такие очки на основе обычного смартфона.
Вместо встроенного экрана перед вами будет дисплей вашего смартфона, а специальные линзы сделают эффект 3D. Благодаря низкой стоимости таких очков, каждый может погрузиться в мир 3D игр и фильмов прямо у себя дома. Цена на AliExpress $12. А вот еще одна штуковина, как будто пришедшая к нам из будущего, левитирующий Bluetooth динамик, способный парить в воздухе по принципу магнитной левитации. Переключать композиции можно прямо на вашем телефоне через Bluetooth. От аккумулятора способен играть целых 15 часов, так что вам точно хватит. А смотрится он очень круто, согласитесь. Стоимость на AliExpress $78. Если вы частенько чувствуете себя зимой как корова на льду, то вам не помешают вот такие ледоступы. Они легко крепятся на любую подошву. Если вам холод нипочем, их можно надеть даже на кроссовки и уверенно стоять на ногах. Стоимость на AliExpress $3. А вот с такой шапкой-ушанкой вы не только будете стильно смотреться в снегопад, но и сможете слушать музыку и даже отвечать на звонки. Законнектили его по Bluetooth со смартфоном и вперед в холода. Руки будут всегда в тепле. Цена на AliExpress $19. Если вы любите играть в снежки, то зацените вот такой генератор снежков. Можно за считанные секунды налепить десяток идеально ровных снарядов и обстреливать им своих непрошаренных противников с мокрыми перчатками. Стоимость на AliExpress всего $1. Также, чтобы руки были всегда в тепле, можно приобрести католические грелки для рук. Заправили их бензином, положили в карманы или перчатки и уже не чувствуете себя снеговиком. Стоимость на AliExpress $6. Все ссылки оставлю в описании. А чтобы на поле битвы быть еще круче, чем вареные яйца, вам просто необходим снежкомет. Заряжайте его снегом и начинайте сметать противников. Цена на AliExpress $20. И очередной гаджет из серии теплые ручки, которые порадуют автолюбителей. Чехол для рук с подогревом. Работает он от прикуривателя. Приятная и полезная вещь для зимы. Цена на AliExpress $16. Все ссылочки и условия конкурса ищите в описании. А также не забывайте писать свои комментарии. А вот и победители из предыдущих выпусков. Испытайте свою удачу, написав комментарий и оценив видео лайком. Таким образом, вы имеете больше шансов попасть в видео и выиграть приз. А теперь условия конкурса. Чтобы получить приз, необходимо подписаться на канал и канал спонсора, поставить лайк под этим видео, написать положительный комментарий. Итоги подведу в следующем выпуске. Вся подробная информация в описании под видео. Если ты досмотрел до конца, тогда пиши прикольный комментарий и получи шанс попасть в следующее видео. Всем спасибо за просмотр и хорошего настроения!